Всем привет! История про Илью продолжается, она не стоит на месте, и сейчас мы вам расскажем вообще в целом, что происходило за это время, пока мы не выходили с ним на связь. Сейчас расскажем, что и как было. Салам алейкум. Да. Расскажите про план, про Илью, как вообще строится и что мы делаем. Ну, значит, для стажировки Ильи мы с коллегами подготовили определенный план, некую дорожную карту, двигаясь по которой мы будем понимать, как и куда мы идем. Да? Вот, потому что мы даем себе отчет в том, что ситуация для Ильи достаточно новая, и психологически, возможно, человеку будет некомфортно не понимать, куда он двигается. Вот, поэтому мы прописали все по шагам, начиная вот от первого пункта, касательно того, как он должен выглядеть, вот, что мы в дальнейшем будем делать, как мы посетим наш офис, может быть, составим ему некое резюме, сделаем фотосессию и будем пошагово двигаться согласно плану стажировки. Расскажи, пожалуйста, получается ли у него, как у него со стажировкой идет? Я знаю, что ты ему дал много заданий, которые он выполнял. Да, объем информации, который я ему дал, достаточно огромный, и вот так просто изучить его и разобраться в нем за 2-3 недели достаточно сложно, и на это должно уйти немножко больше времени. Но я ему в первую очередь давал информацию, чтобы он примерно понимал, о чем будет стажировка. То есть какое-то имел представление о тестировании. То есть у нас в плане стажировки будет заново все это повторяться, прописываться, описываться. Будут тестовые задания, будет теория, будет практика и будет тренировка на живых проектах в первую очередь, конечно же. Но сейчас идет как бы ознакомление, что такое тестирование, зачем оно нужно и где применяется и как применяется. Чтобы он примерно понимал, в какую сторону двигаться и в какую сторону развиваться. Мы с ним активно контактируем, он мне задает, на мой взгляд, не так много вопросов, как хотелось бы лично для меня, а мог бы больше, да. Но я думаю, что он просто стесняется отвлекать меня, хотя мы с ним неоднократно об этом разговаривали по телефону. Я просил в любой момент пиши, звони, как бы, но он все равно пишет мне раз в 2-3 дня. Вопросы есть, вопросы нормальные. Я придерживаюсь тактики и мнения, что не существует глупых вопросов. То есть у тебя был план, и ты его придерживался? Ну, получается, да. У нас был план. У него был план, он его придерживался. Ты как смотришь на эту всю ситуацию с Ильей сейчас? Ну, смотри, ситуации как бы бывают разные, и я как специалист с многолетним опытом и понимая специфику, тут главное его правильно замотивировать и показать, что у него есть возможность кардинально улучшить свою жизнь. То есть прям вывести ее совершенно на другой уровень. Тем более с профессией, с работой, с компанией, в которой можно развиваться, расти. И сами понимаете, IT – это достаточно неплохие деньги. И он может очень качественно улучшить свою жизнь. При этом помогая бабушке, помогая самому себе, может, хобби какое-то найдет. На самом деле, ну, вот именно тестирование, с него можно начать, вот, залететь на какую-то стажировку, и огромное развитие просто. То есть мы начинаем сначала с каких-то ручных тестов, вырастаем, смотрим на это немножко шире, настраиваем какие-то процессы, потом уже переходим в какое-то автоматизированное тестирование, изучаем языки программирования, различные фреймворки, и то на одном, на двух можно не останавливаться, повышать свою квалификацию, уже выстраивать с CI/CD, настраивать сервера и так далее. То есть из обычного КЕшника можно перейти в SDET. То есть SDET платят гораздо больше деньги, чем просто автоматизатор. То есть развитие именно в тестировании, оно огромное. И плюс, как Сергей сказал, что оно из тестирования можно развиваться в другие направления. То есть это
Если он зацепится за это и будет хорошо стараться, то у тебя все получится. Мы в тебя верим. Ты работаешь здесь? Здрасте. Все так такие. Стесняются, боятся. Это Мордор, это Мордор. Тут злые ребята. А ты все ушел? Я пошел бороться. Давай. Я сейчас чашку поставлю и могу к вам присоединиться. Потом пойдем в покурим. Это кабинет, в котором он будет трудиться. Можно сказать, что это... Здрасте. Его свободное место, да? Да. Ну, там напротив его там сейчас нету. Там сидит его лучший руководитель. Тут есть момент насчет его стола, если ты помнишь. Со столом я помню, да. Столом решил. Здрасте. Чего? Кофемашина, кулер, вода, кофе бесплатно, не сотрудник. Есть зайчики, есть коняшки, есть медведи. Это жаль. Медведи, есть волчара. Так, ну это та переговорная, где мы сидели. Здесь мы кушаем. Ребята с собой приносят еду, у нас есть холодильники. Оставляем. Ребята приходят с утра, оставляют холодильники. Когда обед, время обеда настает, мы разогреваем это еду в микроволновках. Вон там микроволновка, здесь микроволновка, здесь микроволновки. Вот холодильник, вот холодильник. И здесь кушаем в обед, здесь просто такой гул стоит, просто жуть. Иногда, чтобы услышать друг друга, нужно кричать. Но вот так бывает не всегда. Очень уютно, но есть один минус. Здесь не ловит связь. Поэтому приходится есть и общаться с другими людьми. Ну, в общем, побывал я в компании, поговорили насчет Ильи, что он все-таки старается, работает над собой, работает над... проектами, которые ему дают, да, понятно, что все сразу не получится, это так не бывает по щелчку, но в целом он молодец, будем вести дальше, чтобы он все-таки дошел до конечного варианта, чтобы он смог доработать, доучиться и начать все-таки уже стажироваться в компании. Ну и, конечно же, все в руках Ильи. Поэтому следите за новостями, скоро будут крутые новости. И я думаю, Илье осталось совсем чуть-чуть для того, чтобы начать стажироваться. Он, в принципе, уже начал, как можно сказать, что он это делает все дома. Но официально еще он еще не работает, не стажируется в этой компании. Поэтому следите за новостями, будьте в курсе. Мы идем по прямой уже. Достаточно давно занимаемся его учебой. Ну, не я лично, потому что я сам не шарю ничего в этой сфере. Но он молодец. Саша в целом сказал, что он двигается. Поэтому следите за новостями, подписывайтесь на канал и все такое.